The theater of war is a stage of many arts. Blood paints the true picture in the art of war, and an eternal conflict has taken center stage. While the foolish Dracul feign nobility, invaders from lesser bloodlines devastate the land, and the true enemy hides behind a veil of mold and rot. Tell me, what is the point of victory? When all you can celebrate is the end of the world. Всем большой обывательский привет, уважаемые. И сегодня я хотел вместе с вами поиграть в игру свежую Immortal Realms Vampire Wars. Червяки Вармс, по-моему. Я проходил только обучение меня затянуло, это было очень интересно. Вообще иной раз нравится на что-то переключиться подобное, то есть пошаговое и заставляющее поразмышлять над тем или иным, то есть понадобится, не понадобится, увидеть, что угадал ты или наоборот, то есть как бы облажался и... облажался опять же по собственной, то есть как бы недальновидности, и это заставляет, то есть как бы пересматривать свои шаги и действия. И вот опять же на досуге вышло, я на досуге проходил обучение, меня очень затянуло, мне было на следующий день на работу, но несмотря на все это я где-то часа полтора проходил обучение. В принципе, оно минут за 20 проходит, но так как все нужно было читать, совсем ознакомливаться, и чтобы вообще втыкаться, что происходит на карте, это заняло где-то вот полтора часа. Хотя сейчас вот мы попробуем пройти обучение, так как я в принципе уже втыкнулся в механику и остальное. Обучение пройдем, я поделюсь своим мнением, и можно будет переключиться на меню компании и его вместе с вами обозреть, пройти и так далее. Ну, как видите, тут в принципе можно, наверное, сразу стримить на YouTube и на всякие разные площадки, или делиться, то есть шерить. Ну и давайте выдвигаться на врага. Я надеюсь, у вас все хорошо, замечательно. Вы все живы и здоровы. Я как раз сейчас... Добро пожаловать в Immortal Realms обучение. Здесь вы узнаете все необходимое, чтобы начать игру и исследовать мир Кровавого Трона. Чтобы узнать, как играть, следуйте подсказкам обучения в левом верхнем углу экрана. Хорошей игры. Продолжим. Мир игры Immortal Realms обширен. Перемещайте камеру, чтобы охватить его полностью. Ну, давайте поперемещаемся по этому обширному миру игры Immortal Realms. Так, все это мы сделали. Используйте QE, чтобы крутить. Используйте колесико мыши, приближать, удалять. Все, мы выполнили, короче, первую обучалку. Включить, выключить снимок экрана. Для взаимодействия с миром щелкайте левой кнопкой мыши флаги, либо непосредственно провинцию или армию. Выберите армию. Так, выбрали мы армию. Выберите провинцию Стаделью. Выбрали. Выберите ближайшую провинцию с деревней. Выбрали. Так, кровь. Основной ресурс в игре Immortal Realms. Она используется для найма боевых единиц, улучшения зданий и игры в карты. Основной способ получения крови – захват деревень и городов. Ваша армия начнут терять здоровье, если у вас закончится кровь. Чтобы получить более подробную информацию, наведите курсор на бассейн с кровью. Так, понимаю, вот этот вот. Или откройте раздел «Экономика и ресурсы», нажав соответствующую кнопку в верхней левой части экрана. Так, щелкните вашу армию левой кнопкой мыши, чтобы выбрать. Затем щелкните правой кнопкой мыши по провинции и деревне, чтобы отправить туда армию. Для перемещения армии потребуется очко действий. Если у вашей армии достаточно очков действий, то она сможет миновать несколько провинций после одного приказа о перемещении. Так. Свернем, короче, пойдем захватывать. Захватить. Все, провинция наша. Как легко и просто. Изи, просто изи. Захватили деревеньку. Чтобы захватить деревню, нужно использовать действие армии захват, которое потратит одно очко действий. Захват даст контроль над деревней и позволит получать с нее кровь каждый ход. Для большинства действий нужно, чтобы во главе армии стоял лорд. Ну, понятно, короче. У вашей армии закончились очки действий. Чтобы получить новые очки движения, нужно завершить ход. Нажатие кнопки «Конец хода» завершит ваш ход, после чего очередь перейдет к другим фракциям. В начале нового хода вашей армии восстановит очки действия. Кроме того, вы получите кровь от всех деревень и городов под вашим контролем. Лето 1400 года. 1400 год, короче. Если очко обучения нам мешает, если окно обучения вам мешает, то нажмите кнопку верхней и правой части, чтобы свернуть его. Карта действия. Один из основных инструментов, которые помогают продвигаться в игровом мире. Новые карты можно вытянуть каждые 4 хода, а также купить в здании библиотеки и получить в ходе другой деятельности, доступной в клане. Например, Дракула получит карты, если преуспеет в битве. Так, примите карты, используйте карту «Жертва», используйте карту «Приток населения» на деревне, дедушки. Так, «Жертва». Угу. Приток населения. Мы все забираем, да? Эти карты доступны вам благодаря истории клана и унаследованным силам. Так, используйте карту «Жертва». На чем ее использовать-то? Правильно, я ее использовал, походу. Приток населения. Все, ништяком. Пришла пора набрать новых бойцов. Выберите армию левой кнопкой мыши, а затем щелкните цитадель Драгулов правой кнопкой, чтобы переместить армию. После перемещения используйте действие армии наем, чтобы начать фазу найма. Наем. Прием. Наем. У боевых единиц армии есть несколько классов. Классы определяют их базовые характеристики. Танки обладают высоким здоровьем и броней, но бьют слабо. Ассасины наносят большой урон, но обладают низким здоровьем и броней. Воины – сочетание первых двух классов. У некоторых боевых единиц есть также ключи, которые дают им дополнительные эффекты. Например, способность атаковать на расстоянии. Это типа лучники. Так, слабокровные копейщики. Так. Че, у меня копейщики появились? Так. Далее. Есть еще один способ начать фазу найма. Использовать карту действий. Ее можно применить на любое здание, где может быть выполнен наем. При этом присутствие вашей армии не требуется. Угу. Ну, стрелков, конечно. Ништяк. Справились. Пришла пора расширить королевство и разнообразить армию. Завершите ход, чтобы восстановить очки действий армии и отправить их в ближайшую пещеру. Захватите пещеру и используйте новую карту армии, чтобы начать фазу найма, и наймите боевую единицу летучих мышей. Так, конец хода. Пора отправиться к ближайшему кузнецу, который прячется в тумане войны. Прежде чем захватить кузнеца, нужно получить контроль над пустой провинцией. Для захвата провинции необходимо, чтобы соседняя с ней провинция вам уже принадлежала, или же в этой провинции была цитадель. Цитадели можно захватывать в любое время. А у нас конец хода. Так, у нас мышки, стрелки, копейщики и мышки. Что-то у нас... Я вроде одних копейщиков нанимал, у меня их двое. Так, захват. Как это вообще все выглядит вблизи? Ну, ничешно так, ничешно. Интересненько. Так, конец хода. Завершаем ход. Каждые 4 хода вы будете выбирать указ, благодаря которому сможете получать мощные усиления для клана. Подбирайте усиления, которые способствуют вашим целям в грядущих ходах. Хотите сосредоточиться на завоеваниях? Выбирайте указ, который снизит цену новых боевых единиц и дарует кровь в награду за битвы. Голодные библиотекари. Пусть библиотекари голодают. Нам нужны дешевые услуги. Снижать стоимость карт библиотеки на 50%. Биение юности. Молодость вдохновляет действовать и пробовать новое. Повышает прирост крови на 10%. Повышает объем крови от питания на 15%. Повышает прирост опыта клана на 50%. Приоритет ремесленники. Пусть наши ремесленники покажут, на что способны. Снижает стоимость улучшения зданий на 15%. Ну, так как мы юны в этой игре и хотим завоеваний, я думаю, будет вот это актуально. Так. И чё, короче, выберите. Взять карт. Выбрать 3 карты для руки. Ну, приток населения, второе дыхание. Второе дыхание дает выбранной армии 1 очко действия и устанавливает 15% здоровья и маны. Открывает большую область на карте. Выбранный лорд получает 200 очков опыта. Отключает все взаимодействие с выбранными зданиями до ремонта. Диверсия. Так, раз. Два. И для лорда. Продолжить. Next. Захват новых провинций и победа над врагами дают опыт клана. Когда опыт клана накопится достаточно, уровень клана возрастет. Чё, короче, надо-то? А, нам кузнеца надо нафиг захватить. Так. Захват. Так. Получив кузнеца, вы заработаете достаточно опыта клана для повышения уровня. При повышении уровня клана вы получите 1 очко наследия, которое нужно потратить на древе наследия. Откройте древо наследия, чтобы потратить новое очко наследия. Ага. Как ее убрать? Где эти какого? Откройте традиции. Где это дерево наследия? А, вот это, наверное. Железный кулак. Эти улучшения даруют мощные положительные эффекты для зданий, лордов и боевых единиц, а также позволяют разблокировать новые улучшения для зданий. Закройте окно наследия, чтобы продолжить обучение. Железный кулак. Каждое потраченное очко дает... Повышает атаку лордов на 10, повышает броню лордов на 5. Окей. Оби. Пора сразиться с первым врагом. Не забудьте закончить ход, чтобы получить новые очки действия. Затем выберите свою армию левой кнопкой мыши и щелкните правой кнопкой провинцию с вражеской армией. Такс. Ага. А, надо закончить ход. Хотя в лесах и горах Вармонта главенствуют дикие звери и чудовища, поля принадлежат смертным, здесь они могут возделывать землю и жить практически мирно под защитой своих владык-вампиров. Но жизнь в Вармонте отнюдь не бесплатна, в обмен на защиту вампиры требуют кровавый налог со своих земель, а те, кто отказался его платить, пропадают без вести. Вот такие вот пирожки в Вармонте. Приветствуем... В первой битве в Immortal Realms цель битвы — уничтожить все боевые единицы противника и не потерять собственные. Так. В начале боя можно просмотреть амбиции своих лордов и вражеских лордов. Амбиции — это усиление, которое можно открыть, выполнив условия повышения уровня. В начале боя амбиции союзников, союзных и вражеских лордов выбираются случайным образом. В фазе размещения можно выбрать начальное положение войск. Щелкните боевую единицу любой кнопкой мыши, чтобы выбрать ее, затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы разместить. В общем, короче, тра-та-та-та-та-та. Редактирование расположения войска, короче, это называется, я так понял. Фланги, фиганги. Так. Помните, что танков лучше поместить вперед, лучников назад, а фланговые войска по бокам. Но это не обязательное правило. Вы вольны экспериментировать и искать собственные схемы размещения. В верхнем правом углу можно включить или отключить сетку, а также изменить цвет линий движения. Для окончания фазы размещения нажмите кнопку «Битва» в нижней правой части. Очередность ходов боевых единиц определяется на основе их показателей инициативы. Эта очередность указана в разделе «Очередь инициативы». Если вы не хотите использовать свою боевую единицу сейчас, можно нажать кнопку ожидания, чтобы использовать эту единицу позже. Так. Продолжить. Короче. Так. Я помню, разместил, короче, этих, как у копейщиков, поставил вперед, такой лучников назад, мол, типа, ну, копейщики нападают, лучники, короче, из-за их спин стреляют. Хера копейщики у меня... А, лорд сходил, у меня копейщики сходили. Потом лучникам надо идти, блин. Они у меня перекрыты, короче, мышами. То есть, и просто, блин, у меня охота, как сказать, ни о чем вышел. То есть, мне что-то там в бок, что ли, куда-то их пришлось куда-то вести. Так что имейте это в виду. Так что вот так вот. Редактирование. Такое вот. Так вот, наверное. Ну что, топайте давайте. Это кто у нас? Лучники? Вот так вот, наверное, лучше. Так. Проклятие выжившего дает невосприимчивость к боли, которая позволяет боевой единице игнорировать штрафы к атаке от ранений. Эффект действует на боевую единицу до тех пор, пока она находится на соответствующей клетке. Так, я так думаю, туда нужно копейщиков, наверное, послать. А, бой надо нажать, да? The blood shall flow like water. Отправим лорда вот сюда. Этих. Ну вот сюда. А, это мышки, что ли? We serve the Dracul. Это кто у нас? Стрелки. Там вообще, блин, а это... Один отряд, а нет, два взвода. Ну вот, и мне никак мне их не атаковать, короче. The blood gives us strength. Victory. Так, это мы выполнили. Congratulations! Вы победили армию противника. В награду за победу вы получите 2 предмета. Уровень ветеранства ваших армий повышается, их боевые характеристики. Перейдите к интерфейсу информации об армии, чтобы получить сведения об уровне ветеранства ваших боевых единиц. Давайте перейдем к экрану. Где это все у нас? Очки у нас не использованы. У армии что ли? Условия победы. Ну чё? Продолжить. Ну чё, все забираем, короче. Текс. Ваши лорды могут экипировать предметы, которые даруют им усиление в режиме битвы или режиме королевства. Откройте вкладку «Предметы» в интерфейсе армии, чтобы узнать, какие предметы экипировал ваш лорд. Разыграйте карту предмета на вашем лорде или выберите лорда и перетащите карты предметов в его интерфейс внизу слева. В одну ячейку можно экипировать только один предмет. При попытке экипировать новый предмет в занятую ячейку, вам нужно будет подтвердить действие, затем старый предмет будет уничтожен. Херово. Не люблю терять предметы. Но это же инвентарь, его можно просто снять. Я же беру кольцо, снимаю с пальца. Не выкидывается же оно у меня. Обратно, то есть как бы ложится в коробочку. Так, ну ладно. Где наш лорд? Есть у нас что, очки какие? Сильная кровь. Каждое потраченное очко дает повышение здоровья лордов на 15. Тенекрыл. Каждое потраченное очко дает повышение атак боевых единиц первого класса на 4, повышение брони боевых единиц первого класса на 2. Нет доступных очков. Хрена лысого вам, короче. А не пирожки. Так, лорд. Вот. Вот она, экипировка. Ну и чё? Блин. Да. Ну чё, ладно, вот это я вижу, шлем я вижу. А гайка где? Короче, ладно. В бою ваш лорд получил новый уровень. Повышение уровня увеличивает боевую мощь лорда, а еще дает возможность открыть одну из заблокированных карт заклинаний. После разблокировки всех карт заклинаний при повышении уровня вы будете выбирать, какую карту улучшить далее. Новую карту заклинаний для лорда. Вот это у нас открыто уже, короче. Вампиризм. Выбранная союзная единица получит вампиризм 50% на 2 хода. Выбранная союзная единица потеряет 25% от текущего уровня здоровья и получит 50% к атаке на 1 ход. Кровавый барьер. Выбранная союзная единица получит защиту на 3 хода. Так, вампиризм. Короче, восстановить здоровье, я так понимаю. Ну вот это актуально. Так, мы разблокировали. С расширением королевства вам понадобится все больше лордов для командования армиями. В усадьбах можно найти, да, но при всем при этом будет и потребление крови расходоваться охеренно. Потому что лордов придется снабжать отдельными армиями. В усадьбах можно найти подходящих людей, обратить их в лордов-вампиров. Захватите усадьбу и используйте действие армии «Обратить человека», чтобы посмотреть доступных людей. Не забудьте завершить ход, чтобы восстановить очки действия армии. You in the army now. Так, армии с очками действия. Захват. Все. Обратить. Теперь вы можете выбрать одного из 3 доступных лордов. Каждый обладает собственной биографией, которая определяет доступные карты и черты. Развиваясь, лорды разблокируют новые черты и карты. Понятно. Кале Окли. Изи-бизи. Известный наемник. Я думаю, неизвестный наемник. Так. Ну, здесь мы, короче, видим, что у нас этот известный наемник могет. И что ему открывается со 2-го, 3-го и далее уровней. И какие карты, короче, то есть ему доступны. Текс. Чарма Кэдвелл. Мастер меча. Получить 40 атака. То есть это что у нас? Защита, нападение, броня, здоровье. Это что за кулачок? Глава культа крови повышает атаку всех людей в армии на 5%. Эгидио Кейдж. Николас Кейдж. Во, вот это прикольно. Вот мы, короче, Николаса Кейджа возьмем. Ну, выбрал я и чё. После обращения человека у вас в руке появится новая карта лорда. Такие карты можно использовать в любой цитадели под вашим контролем. Понятно. Наема нету. Далее. Основной способ усиления королевства — улучшение строений под вашим контролем. Это можно сделать с помощью карт строительства или действий армии. В этот раз воспользуйтесь лордами. Выберите действия армии и строительства, чтобы купить улучшение для цитадели. Улучшения расходуют кровь и выполняются мгновенно. Некоторые улучшения, например, элитные войска или чемпионы, нужно разблокировать в древе традиции клана перед использованием. Используйте действия армии, чтобы получить улучшить цитадель. Подписано кровью. Дает 1 очко действия армии, которое начинает ход в этой цитадели. Только глупцы не подчиняются лордам, поэтому мы с радостью выполним их требования. Ну что, нам доступно только это. Далее. Чтобы завершить миссию кампании или сценарий свободного режима, нужно выполнить условия победы. Щелкните условия победы, чтобы узнать, что сделать для завершения обучения. Условия победы. Завершено задание. Обучение. 15 из 15. Победите последнюю армию. 0 из 1. Удержите провинции. 6 из 13. Чтобы получить более полное представление о мире и провинциях, которые еще предстоит захватить, можно открыть полноценную карту. Нажмите значок глаза в правом верхнем углу экрана или клавишу M, типа Map. Здесь можно переключаться между режимами армии и режимом строения, в зависимости от того, на чем вы хотите сосредоточить внимание. Завершить условия победы для окончания обучения. Окей, типа вот этот вот глаз нажать. Ну давайте нажмем меню. Помните, что в выпадающем меню можно открыть любую страницу окна обучения, если вам понадобится что-то вспомнить. Выполнив все условия, нажмите карту с условием победы, чтобы завершить. Так. Че, есть очки? Нет, очков распределения море. Так, это у нас безармейский, короче. Наем. Копейщиков давай. А потом мы возьмем, короче. Так, с тобой конец хода, да? Ну и ладно. Так, а мы здесь. Так. Это наша? Кузнец. В кузню пойдем. Все. Недоступны ходы. Так. Кузнец. У кузнеца можно раз в год купить новые предметы. Кузнец. Строительство. А что у нас с кровью? 66. Получить ключ, ответный удар. Получить 5 маны, получить 15 здоровья, получить 10 брони, получить ключ, невосприимчивость к боли. Угу. Намордник у нас уже есть, походу. С другой стороны, на другом лорде можно использовать. Да. На другого лорда один. Все, покупать нечего, да? Или только для него я купил? Блин, поход только для него. Вот, разделить армию. Строительство. Тренировочная площадка. Открывать действие тренировочная площадка, которая позволяет обучить боевые единицы и повышать их опытность. Блин, повышать опыт можно просто было написать. Опытность, ветеранство. Косноязычество. Косноязычие какое-то, короче. Хрен его знает. Может, у меня придирки, конечно. Словаря ожогового у меня перед собой нету. Не буду я выеживаться. Ну, как-то, короче, режет слух. Ветеранство, опытность. Так, открывает оружие и броню второго класса. Нам пока тренировочной площадки. Хотя бы. О, что-то появилось. Никуда, короче, пойти нельзя. Так, окей, убьем. Так, ты давай топай за мышами. Мышей себе тоже возьми. А, не, смотри-ка. То есть я могу ему намордник-то одеть. О, прикольно. Только я его что-то не вижу. Этого намордника. Так. Наем. Строительство. Улучшение. Ветеран повышает опытность нанятых единиц на 2. Чем быстрее развивается конфликт, тем быстрее нужно развивать армию. Окей. Вот, уже 12 крови нафиг. Еще только 2 армии у меня. А тут сейчас еще, короче, добавляться будут, короче, эти лорды. Все, конец хода. Правление. Выбрать приоритет на следующие 4 хода. На поле боя. Набросимся на глотки врагов. Снижает стоимость найма всех боевых единиц на 10. Дает 5 очков крови после боя. Приоритет элиты. Набор новых элитных бойцов покажет наше превосходство. Снижает стоимость найма боевых единиц на 2 класса на 15%. Самопознание, основа грядущего процветания, повышает прирост опыта клана на 50%. Самоанализ, конечно. Нужно анализировать свои действия. Так. Военные учения. Произвели. А здесь мы, короче, сейчас еще кого-нибудь наймем. Так, на захват у нас уже не хватает. Так. А ты давай, короче, вот сюда топай. А тут захватишь. Пешники. Минус 8 кровушки. Так, строительство недоступно. Ходьба недоступна. Ну и ладно. Строительство в деревне. Сожрать всех, разделить армию. Построить. Повышает рост населения на 1, повышает максимум населения на 1, помогает нам с необходимыми инструментами и материалами. Повышает максимум населения на 2, место для собраний жителей деревни. Дополнительное жилье, ратуша, фермеры. Я даже не знаю, тут все хорошее. Что сделать лучше-то? Блин, у меня вообще всего лишь 21 у меня. Дополнительное жилье. То есть я улучшу, но население у меня не прирастет. А если этого, то население станет больше. Тогда вот этого за 6. Так, и вот сюда. Захватывать уже некого. Или можно? А, просто усадьба. А чьи очки действия не использованы? Ясно. Ну вот это я хотел. Чтобы атаки боевых единиц были лучше. Осень 402 года. Так. Обратить. Инбард Пендлтон, маг крови. Маршал. Повышает прирост опыта всех боевых единиц в армии на 100%. Валинан Норд. Йоханист. Мастер меча. Мастер меча у нас, по-моему, есть уже. Маг крови надо, короче. Блин, на лорде надо на каком-нибудь это использовать. Пускай у нас будет ветеран, вот этот вот. У нас самый ранний. Так, нет. Да, так. Ой, еще одно очко у нас есть. Последователи. Каждое потраченное очко дает повышение. Пассивный прирост крови на 2. Ништяк. Кровушка нужна. Так, что тут, короче? Наем. Прием. Наем. Блин, у нас всего 13, короче. Приспешники. Библиотеку идите захватывайте. А чё? А, этот типа того. У нас 5 крови всего лишь. Давай, сходи сюда. Нифига, да? Нельзя. Так, пятнашка крови. Обратив силу камня, вы чувствуете, как становитесь сильнее. Дает лорду 200 опыта, лечит все боевые единицы армии до полного уровня здоровья. Лорд восстанавливает 50% маны. Камень здоровья пускай будет. Уровень 5. Очко действия. Сильная кровь. Каждый потраченное очко дает повышение здоровья лорда на 15. Что железный кулак? Атаку 10. Броню 5. Последователи. То есть, если я нажму еще, то будет 4, что ли? Каждое потраченное очко повышает здоровье лордов на 15. Так, эти все уже израсходовали. Все, заблокировал я, короче, себя. Тут в том-то и дело, нельзя их как-то объединить. То есть собрать вот всех этих трех лордов на одной местности. Тут надо перемещать, то есть типа того, они, блин, это как бы слишком тесные, короче, на одной, блин, провинции. Кровавый шторм. Биение молодости, ой, биение юности. Молодость вдохновляет действовать и пробовать новое. Повышает прирост крови на 10%, повышает объем крови от питания на 15%. Повышает прирост опыта клана на 50%. К оружию. Пусть все ремесленники помогают кузнецам и возьмутся за оружие. Снижает стоимость карт кузнеца на 50%. Повышает стоимость карт библиотеки на 100%. А нахуя нам это надо? А нам это не надо. Жажда битвы. Пусть кровь врагов накормит нашу армию. Снижает затраты на содержание всех боевых единиц на 25%. Вот нафиг, жажда битвы. Нам хлеба не надо. Но битву давай. Ой, я сейчас истрачу, короче, это. Здесь карту. там один он у меня, что ли, пошел? Не того я направил, что ли? Это мы помним. Тоже помним. Помним. Да помним мы все это, короче, елки-моталки. Блин, не того я взял. Блин, там 3 армии, елки. Сейчас меня тут... Ёшкин кот. Это кто у меня такая? Николас Кейдж. Всего лишь... Да ладно, короче, сейчас вытащим. Здесь перетусуем. Ну-ка, ты чё там заныкался? Текс. А чё так? А чё сюда не могут быть? We serve the Dracul. Контратаки, елки-моталки. Блин, я их защитную стойку не поставил. Ништяк. То я до этого даже карты что-то не пользовал. Мышки. А кого там мотачить-то? А, вот этих вот. А, то есть он меня даже еще и не отачил. Ну вот этих добивай. Виктори. Сомнительная сделка, диверсия, воодушевление войска. Вот это вот. Победы провинции 11 из 13. По-моему, не захвачен-то у меня только вот эта провинция-то и не захвачена, по-моему. А что 11 из 13? Чего мне не захвачен-то? А, лес не захвачен, ёшкин кот. Кровушка растет. Летели сожрать всех к чертям собачьим. Лорд без армии. А это что такое? Лечение. Захват уже не хватает. Так, ну вот у нас камень же это какой. Пока этого лорда не уберешь, короче. Строительство. Для каждой армии свой камень желаний, что ли? Для тех он здоровье восполняет. Захват. Найм. Дикий волк. Вот это прикольно. В принципе, мы, короче, цель достигли. Обучение прошли. Ну, как, в принципе, я не знаю, вы могли вместе со мной убедиться. Игруха интересная, стоит своего изучения. Визуальной составляющей своей является приятная. Ну и, как бы, на мой субъективный взгляд, она достойна своего внимания. И, не знаю, по общему количеству, как сказать, насколько тут растянута кампания, то есть как бы там на 8, на 10, на 15 часов, на 20, то есть как бы геймплея, то есть этой кампании хватит. И вообще, то есть спасибо за игру, ходов 15, условия побед, конец обучения Дракул, достижение провинции во владениях 13, уровень родословный 5, общий запас крови 23. Продолжить игру, главное меню. А что у нас в главном меню? То есть у нас есть компания там. Меню компании. Давайте с вами заценим. То есть незабываемая ночь. Все остальные компании закрыты. Незабываемая ночь. На северо-востоке Вармонта разбушевался шторм, и огни на горизонте окрасили ночное небо в кроваво-красный цвет. До правителей клана Драгулов, Влада и Цицилии дошли слухи о неких странностях, происходящих у границ королевства. Они отправили своих приспешников выяснить, что же там случилось. What's happened? Так. Это у нас компания. Компания Мороя. А, то есть, да, вот тип. А, это тоже у нас все закрыто. То есть у нас открыта только компания Драгул. Так, назад. Свободный режим. Свободный режим. Что он нам предоставляет? Драгулы — прямые потомки первого вампира, последний чистокровный клан в мире. Они держат своих подданных людей в ежовых рукавицах, вселяя ужас в их сердца. Драгулы, чьи армии состоят из слабокровных людей и могучих чудовищ, это грозные воины, которые никому не позволяют встать на пути у своей жажды крови. А это что такое? Нам доступно только первое? Что это вообще такое? Так, Носфернус. По следам Носфернусов следует смерть, а по этим следам что следует? Ничего. Носфернусы – древний род, служащий злу. Те немногие Носфернусы, что еще продолжают существовать, обитают в темных руинах давно забытых крепостей или заполняют проклятые кладбища. Эти вампиры обладают чудовищной способностью поднимать мертвецов и управлять ими. Носфернусов не волнуют человеческие поселения или титулы. Нужны только сила и кровь. Мороия. Разрушить их разум и украсть их души. Сила Мороя легендарна. Этот загадочный клан столетиями жил в уединении, занимаясь изучением магии и алхимии крови. Морои прячут истинное лицо за прекрасной маской. Но не дайте себя очаровать. Они обладают невероятным запасом магических сил. В сочетании с целеустремленностью и коварством их способности превращают клан Мороя в силу, с которой приходится считаться. Так, окей. То есть это свободный режим у нас. Загрузить игру, схватка. Ну вот, короче. Это типа я сейчас уже вступлю в схватку сразу, что ли? Или это что? Или это типа мультиплеер с кем-то, короче, мне тут. Ага. Ну, в общем, короче, как и мне, вам тоже, походу, понятно, что это просто как бы рандом. И, короче, это. С... не ПВП, а это. Просто выбираешь, редактируешь и быстрый матч по типа того, если я правильно понимаю. Ну вот, как бы мы вкратце с вами ознакомились с Immortal Realms Vampire Wars. Я считаю, что она заслуживает своего внимания. Кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, типа поддержки. Ну и пишите свои комментарии, оставляйте свое мнение. Буду рад узнать ваше мнение. Всегда отвечаю. Ну и я так думаю, продолжение полюбасу будет. Мне эта игра интересна. Вам же всем хочу пожелать здоровья, все молодцы. До следующих встреч. Пока.